Рателемы не дамажат. Рателемы не дамажат. Ну найди мне ШП, который дамажит. И ШП нет, которых дамажит Сираки. Найди мне одного элема, который одет. Не, ну ШП это хороший. Давай так вот, найди мне элема, который одет без Т5, нахуй. И ШП, который одет без Т5. Увидишь, какой будет у них разрыв. Какой нулевой? Сука. Мастер, не зайди. Нулевой. Так там, блядь, рол у вас, не? Чего и рота? Только Сомер ушел. Думаешь, легко отделаешься, хуй там, давай прыгай. Ну, царя в хилап поставим, хули делать. И ДДшника доберем. А сейчас дисконные опять не будут? Да хуй знает его. Вообще хуй знает. Сейчас я найду у нас Лема в гильдии, который был в рейде. И у него примерно с Шерпиступом одинаковый дамаг. Причем у Шерпиступа примерно бисовый Лем, метод. Который у нас в гильдии есть и ходит в рейды, это только Электрошам. Окей, Электрошам. Хорошо, у них какой у них разрыв с этим Шерпиступом? Я не видел, как он допустил. А я тебе скажу, они оба в равне там 10-12 место делят. Что-то ты их завышаешь, они 10-12 находили. Ну ладно, ладно, завышаешь. Там, наверное, 15-16 скорее всего, там, да. Но как бы суть остается одна и та же, что этот класс, как бы, что этот не дамажит. Хотя у Шерпиступа намного лучше. Гир. Фетиш стоит брать или нет? На Сурвана. В смысле, на Ханта фетиш? На Ханта Сурва. Не знаю, вряд ли. У него нету прям таких особо больших плюшек. Не, ну в Сурва я не знаю. Они там, блядь, как раз таки разгоняются, походу. Единственное, что стоит, потому что она постоянно стакается и, считай, нон-стоп тебе дают примерно 500 этого апа, грубо говоря. Смотри, тринки какие еще тут есть, нахуй, в ЗС. Ну там, я не знаю, стоит ли, блядь, теперь змейку, нахуй, я так понерфили, что пизда. Да, стоит. Я тебе... Как фракты Т5 на этого, на лево, на ногу. Мастер, чешка и фетиш. Фетиш, я считаю, сейчас он будет. Отвлекись, смотри. Чё хочешь? Хорошая максималистка, с общим. Как у тебя внизу есть ты, я походу, это чула, это чула. Я просто не понимаю, что ты хочешь петь. Талисман финальный. Я просто не понимаю, что ты хочешь петь, если ты для аналогичного. Но, она отдает два раза больше. Ну, просто немного. Сейчас где топ-3, это слово насколько на... Нет, на стоп давно уже играл почти. Ну, значит, видите, ты можешь секстан сказать. Секстан. А я могу сказать, что это... Ой, простите. Файт! Может, лучше сразу решать, не убить его так. Outstanding. Ну, смотри, 160 Давай, давай посмотрим, что он дает тот же Долганов. Долганов, он тебе дает... Грубо говоря, я по своим спешке. 170 СПД постоянно и получается, что СПД постоянно увеличивается на процент 1 скиллов. Просто сразу, что лучше. Долган
пацанов явно если один из ПД раз еще дает тебе 300 или 50% крита, то есть это в соотношении 6-9% крита, ну, на последнем стаке. И плюс еще по пропа это примерно, сейчас я тебе скажу, раз в минуту она у тебя надамаживает 40%. То есть как бы лучше она выглядит. Да, лучше, правда. Вот я хочу это ответить. Не хочу брать на косту, потому там мне вот воды придет. Я хочу три попробовать. Ты можешь попробовать все что угодно, но в чем очень большая проблема по Элему, то что если ты не можешь попадать на косты, ты не можешь убирать быстро атаки. Нет, вот это дело, что у меня косты нормальные сейчас. У меня все элемы, с которых я ДПСился на руке, но у меня больше нет. Ты спрашиваешь у меня про то, за что я как бы не сидел. Нет, и не... X10 играл, у тебя опыт большой, ты видел на фигаче. X10 и X2 это разные вещи. На X2 с этой сейчас не круги. Этот контент, блядь, по второму кругу, хуяль. Это разный контент, сразу. Там совершенно другие шпоты, здесь правда. Вот, короче, у меня, я думаю, либо у меня выпрыгнут все хосты, но там мне что-то где-то в говне будет, либо я сейчас на крипту возьму отель. Хотя как бы и крипту нужен был, наверное, там у нас. Потому что у меня крита вообще просто в жопе у меня, блядь. Ну, Лем и сильный класс стал. С Т5, Т5 их очень сильно. Я просто прям сейчас могу на три не на три. Такие как Арамсы, но все равно неплохо. Ну возьми, братан, ну если хочешь, возьми. Что я могу? Чё это самое, я уже прям засыпаю. Чё, бьём, нет? Я предлагаю вообще разбираться. Приём. Сколько извлечений продали, Вольт? 3600. 2К? Ну да. Ебать, что за зачетное. Погнали нахуй, ёбаный в рот. Там есть интерпретация с волшебным востоком. Это пища. Не слышал, Эл-Рэй? Чего не слышал, еще раз? А вот вместо ёбаный в рот, там типа волшебный восток. Там, где русские улетели, блядь, на палатке. Ой, на палатке, на зонтике, блядь. Ну, типа да. Там он погнали ёбаный в рот, а потом песенка из Аладдинича. В рифму. Оператор, прекращай бить. Сферы бить. Сорвёшь келью, умрёшь. Ебанулись, что ли, чё? Шеем прокнул кого-то там. У кого же? Ну вот. Действительно, у кого? Чуть меня не обосрали. Шлем купил, мозги не купил, да? Ну чё мне, сука, лагает, блядь? У меня второй мук не другая игра открыта.
Дай мне сферу, Лрей. Сфер мою отдай. Не, два пистолета. Я буду, меня поставили. Так, сейчас я откину и другую. Не знаю, вообще я, наверное, говно зачем писался. По сути, если не тупить, все боссы легкие. Можно спиратра и все убить. Блять. Кто-то уснул там уже или что, не могу понять? Нет, кто-то к жопе микрофон просто поднял. Ну, кто-то пердит по КД, блять. Нихуя, у меня утром мне никак не открыто, бля. А, Войт, ты что, ты еще 600 не докинул, экстра тайм, ёпт. Что такое еще экстра тайм? С 22 до 23, трех, это экстра тайм еще 600, типа. Ну, ты с лейерл захочет. Я вам побегаю, наверное, да? Ой, давай, пока Тёмы нету, мы сделаем, как было, нахуй, ЗС. А если один кусок получили, нахуй, то второй тоже идет. Я согласен. Согласен. Потому что это хуйня, блядь, типа, наверное. Давай, похиньте меня лучше как-то. Вот ненавижу быть хилом, потому что нельзя послать их. Начинают похильте. А представь, чтобы быть танком, это вообще нужно, не знаю, без личной жизни быть человеком. Я сейчас один, а ты что делал? А тут принцов хилить, блин, особенно за спек моего приста, это вообще просто... конченное дело. Я по мане садился. Потому что без холи пала мне приходится вставать и танку держать на верх пол. А это очень плохо. Чулан, ты тут? Ну как тебе сказать? Ну как бы... Потому что она офигенно мне зашла бы. Она мне регенила бы ману. Это быстрее на холе приста. Так, мне надо логнуться, а то какие-то физы, сука, начинают. И что там дух нет? Ну ты почитай, что она как она ману резает. Они думали, что мы ливнем с гильдии, да, мастер? Кто думал? Ну, кто тут раньше, это гильдии был. А, это, блядь, лимончик. Да лимон, я не знаю, по какой причине вообще ушел. Говорил, что он не тебя обидел. Детская обида какая-то. Мне ВКонтакте написал, типа, почему ты не на плюс поступил, я так сейчас помню. Я просто в недоумении, почему я не должен был на плюс уступить. Думаю, что пиздец. Вообще не понимаю. Кто, чё, кому? Посмотри, сколько вы с Войдом царем Войд, блядь, срачей было. Да итоге, я и блядь, сейчас ты... его недолюблю, ну причем это, когда он ведет себя нормально, я и как бы на это не реагирую. И когда я, может, у меня тоже свой завет, когда я себя веду нормально, как бы он тоже не высказывает мой адрес ничего. Можно так сказать, мы друг друга терпим. А фризы у всех бывает, если честно? Да, такое что-то подлагивает чуточек. У меня иногда, блядь, когда что-то прокает, нахуй фризы сразу. Да мне кажется, оно из-за этого и дисконы идут. Они, кстати, 2-3 не вот эти вот тестят-то сейчас. Опять фриз, но. Царь, у тебя есть этот цунами? Цунами? Ой, мастер. Да, у тебя цунами есть? Нет. Какой цунами? Талисман цунами со слепца. С хастой. Ну как, геркулесский боевой. Короче. Да нет, я его бы и не брал. Мы, кстати, пульнули, я без маны. Да там два гимна есть и пинер.
Да я вообще чё, собаку не зи. Ты ебал, чё за фризмы? Только, сука, более прокнута. Пошли вы нахуй. Причем на силу? Суки, блядь. Помянем. Блядь, теперь почему надо другой транс придумывать, ёбаный в рот. Вот это проблема. Нам бы, блядь, твои проблемы, ага. Разбойник. Да, две шеи, блядь. Две руки, нахуй. Прикинь, а, говно, на этот мушейнер залезет. Разбойника от ядов много урона потеряет. Прикинь, если бы скорость шеи была бы одна и две штуки таким уроном, как у Шем, разбойники поедели. Да пошла она нахуй, блядь. Там был Рей, наверное, 50 тысяч ДПС было. Да шедашники так, что с нормальным ДПС это. Ты не прав, мастер. Там для ШД нужен очень хороший кап по меткости и по мастерству. Его не наберешь без брюлей. Да, а мастерство там вообще пизда. Я ровно. Когда Герона? Воид, здесь не ПВП. Здесь даже если ты в ШД будешь тыкать, блять, бэкстабы, это главный комбо-набор, блять, на ШД будет, то босс будет уворачиваться. В ШД есть очень много вариантов ПВЕ. Во-первых, есть вариант через талант, который в самом низу там находится. Когда в твоей пати через схема. Танец тюни. Когда в твоей пати кто-то критует. А, ну а, так это мутики, и берется, да? Этот талант. Нет, это HD. Я сейчас линкану этот талант. Почему? Но берется этот талант. Ну. Вот. Там. Ну. Там просто. Короче, я не знаю, хильтесь как хотите, я по мане себе. Там игра через разрядку идет. То есть берешь потрошение, там все решили рваную рану, или и то, и другое. Там скорее и то, и другое. Ну вот. Ты считай на комбо вот этих. Они набираются там, ты тыкнешь один раз. Ну это тестить вопрос, надо, это 4, ты 5 нужно. Нахуй этот рейд, да? Там чисто один раз кривоизлияние тыкаешь, у тебя 5 комбо-поинт. Тупо я вообще не знаю, зачем меня сюда позвали. Да завтра еще добьем, Ильича должны убить. Или погнали квартал завтра дочистим следующий. Нихуя уже сегодня добьем. Да пошли сегодня закончим, хули собрались-то уже. Давайте еще десятку, сука, на 5 дней, блядь, это растаскивать. Короче, здесь давайте Лича убьем, все, а что там надо будет? Просто я не хочу Лича хилить, диспелить, следить за этим, наверное. Да он легко бьется, если никто не протупит. Ну, говна. Пускай за... Да, ну, у нас нечем Лича хилить, здравствуй. Блять, тут... Операторов хила нахуй, все. Я не уверен, что в 2 хила тут вы захилите, это 100 пудняк. Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Я без мана. А вот была бы у тебя тринька на ману. Я говно хил, ну господи, что так не охотно. У меня пользы ноль. Ух, шар мне пизды дадут. Бля, тут бунт, толора. Из-за этих, из-за дисконов? Да. Просто заспамили весь чат. Я последний раз такое помню. Я последний раз такое помню, когда у ДКшников койла отобрали. Давай был чат за постим. Кстати, на РМС иногда ты 5 не пашет. Сегодня, блядь, синдра 25 герна, нахуй. Сука, не пахал, блядь, скилл.
Вунд. Войд, грипни кого-нибудь. Бомжов. Так что, мы решили, короче, если что, эти идут. Т5 идет, если один кто-то шмотку уже получил, то вторая уходит в мотор. Нет, я, знаете, еще круче придумал хуйню. Концлут, согласен. Нет. Не, можно. Хоть как. Вот смотрите, он как сказал. Типа, по ИПГП. Я оставлю то, что говорит Тёма, но я добавлю такой пункт, как... А типа за если... первую шмотку не начислять ГП, а за вторую полную? Нет, за всё начислять. И смотрите, вот... Блять, надо трэш начить ещё нахуй. Потерял мысль. Да не, надо просто кнопки, сейчас активацию поставлю. Без ГП. Нет, ты первый шмок без начисления ГП. Пошел нахуй, блядь. Ты сказал, ГП что... сохрани. Да, кстати, мы вот этому Клыкачу отдали, а он и вообще не играет, и даже не открыл. И спон платил было. Т5, первый Т5, какой мы выбили, получил я на приставке. Просто я к чему, кому профитно получать Т5, тот должен получать. Только я не знаю, вот. Кто у нас остался вот из этих. Я бы вот начал Джованни Т5 отдавать, он более-менее зашифрит. Ну вот, отдали Бузеру, которому тоже думали, что профитно. Где он сейчас? Вот, вот еще, Войд, я смотрю на наши рейды очень часто. И вижу ДД-состав. И у нас 4, а то и 5 шипешников постоянно присутствуют в рейде. Сделай, пожалуйста, так, чтобы хотя бы в одном поле ДК. Вот это так, вот Котлас, Бокрус, вот эти вот всякие, вот эти вот... Главный ДК-шки, 10К+. Знаешь, как я предлагал? У нас тоже когда-то не было анхольников, нахуй, тут в гильдии, блядь. Я предлагал, нахуй, как предлагал, я говорил, блядь. У каждого уважающего себя, сука, ДКшника должен быть анхольный спек, нахуй, ДД, блядь. Да. Камон, мне не анхолик 2к ДПС прибавляет. Ты серьёзно? Что мы без этой... И у нас 5 ШПшников в рейде, и мы без... Ну смотри, блядь, у нас микстурка, по идее, хороший анхолик. Больше тут не видел, ну, кроме, блядь, этого был один. Ну, чтобы микстурка танчила, ну, чтобы микстурка был в ДД, нам надо, чтобы Лиса танчила Лича. Но она не будет, сука. Она сделала себе обоссанного Фроста, хоть ты радуйся. Нет, она АДК сделала. Она сделала АДК ДД. Чем ей вообще Фрост в танке? Это вообще бредятина. Они, блин, понимаешь, мы в прошлый раз ходили, у нас не было АДК. Мне начинают предъявлять, царь, где твой ДПС? Мы Лича бьем, АДК нет, говорит, царь, а где твой ДПС? Чуваки там на вурдалаках, блядь, под валяма накрутили, говорит, а ты больше знаете, царя дал? Знаете, говорят? Если бы ты не пиздел, что ты топовый ШП, либо что-то еще, тебе бы даже слова не сказали. Так, не будет ШП никогда на Личе давать, блин, больше, чем там паладин какой-нибудь. Понимаешь, просто если взять того же Вара, который будет кливать мелких, то им можно под 30-ку, а то и под 35-ка просто на первой фазе держать. Ну, и ты попробуй после этого буст его бурст. Просто перегонит. Эти кливы нужны. Так ты понимаешь, ты путаешь туннель дамаг, туннель ДПСа и АУЕ ДПСера. Вот ШП это туннель, блядь. Проверяется очень легко, кто несет больше дамага просто в мечах. Ничего, блядь.
Ну так нет, да, потом линкуют, линковали ДПС, и у меня в лича больше всех надамажен. Там, и мы вот с Турбо первое место в лича, на несенке в лича держим. Ну у Турбо там босс раскинул, ёпта, на всех там с ГБДыш Бадабум. Это, и... блядь, все похуй. Они будут линковать, блядь, потому что линкуют. Я тебе сказал, почему меня это линкует. Потому что они конченые. Так, дайте фуриба раздам, рыбу ставлю. В Т5, в 4 Т5, роги, блядь, будут просто обсыкать варов и паладинов по ауи. Роги никогда не проебывали, даже в Т4 варом, нахуй, по ДПС. Роги, я тебе потом один скрин скину. Комбо там очень сильно апнули, блядь. Короче, я правда не знаю, нахуя. Был, может, кто-нибудь видел, бандит. Вот я варом своим передамажил его ровно на лям ДПС, точнее, урона по Асурфангу 25. Да всем похуй. Короче, есть батл-рэперы, как бы, а есть вот текстовики. Вот как бы текстовики пишут текст, но не могут его хорошо преподать. А вот, короче, кто-то такие вот, ну, батловики, короче, которые читают, они, короче, читают офигенно и офигенно его преподают. Вот, как бы, ты текстовик, воет, смирись с этим. Ну, короче, ты этот, рейды водишь. А я драчу ДПС. Мне нравится это. Это сложно. Портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение героя. Не знаю, кстати, по Шреддеру, что я скажу. Шреддер, я против тактики ничего не имею. Он типа исполняет все нормально. Я имел против ДПС и того, что он не хотел никогда слушать, блять, что ему говорят. У нас просто, понимаете, у нас очень мало людей, которые просто шарят за свой класс. Никаких, у тебя лагает, нахуй. Микрофон. Фонит даже, я бы сказал, да. Раз, два, три, нормально? Нет. Так, нормуль. Так, нормально? Получше. Просто равно фон есть. Фон есть, но не такой сильный. А сейчас... Смартфон есть, но нормально. Нет.
Хоббита. Опять? Не знаю, может быть снова. Блин, смотрю на профи Харда и просто жесть. Почему он с нами не ходит? Почему? Я тебе расскажу, почему. Не нет, выбит, он, я не вам выбит расскажу, войд. Как он сделал. Ну, я тебе расскажу другую ситуацию. Он сказал, он, когда задонатит фулл шмот, начнет ходить в рейды, блядь. Я вам только а что с ним переписывался. Поэтому надо еще целка закрыть обычку. Да, вроде фулл. Нет, вроде. Надо ему сказать, чтобы на этой целка обычке он был и все. И этот человек уже 2.5 месяца в Ельде, я его ни в одном рейде не видел. Не видел, потому что он был ПВПшер и апался на ордыну. Так я не понимаю, зачем нам они в Ельде просто. Но... Сейчас начнут нахуй бегать, блядь, в рейде. Он, кстати, сидит часто, ну, относительно. Если то, что говорит, что это, ну, правда, то почему бы нет? Если что, я с ним в каре оп сейчас, как бы, здрасте. Сколько он дамажит? Не, я еще не знаю. Ну, говорил, он на груле давал 20к на выходе, при том, что он даже ротации не знает с урмом. Да я с ним пообщался. Я тебе так скажу, это общительный разговор ни о чем, который, как бы, ну, ни к чему такому не приводит, и чуваку просто не так интересно играть в PvE-аспекте здесь. Да у него, судя по крикам на заднем плане, блядь, семья, дети. У него четвертый по фану. Ребенок недавно народился, что вы хотите? Ну вот. Родился. Да хуй не уже детей родилось, не в том проблема, понимаешь. Проблема в том, что его в рейде нету. Кстати, нихуя мастер, он был с нами в рейдах, и мы ему за закрывали, еще когда он только пришел в гильдию. Еще раз повторю. Тогда я уже в Т4 ходил. Короче, я тогда только недавно взял себе 4 куска. Т5. Поебись, блядь, это угошан. Нихуя водим, конечно. Подождем. Кстати, а давайте мы поговорим о ханте, который пришел вместе с Оливером. Нормальный. Если косячит, да, иногда косячит. Первое, что учится, блин. Он не вливался в трэш на леди Муки, когда все вливались. А ну да, Джованни раньше тоже не вливался, я его хейтить начал. Да какая в хуй разница, откуда он пришел? Главное, что он. Чилик даже выебываться не стал, когда это Войт объяснял то, что он на лане закатил. Значит, человек уже вменяем. Ну, я имею в виду то, что если было бы что-то, он бы сказал сразу. Ну пока они ничего не. А так вот сказал типа лок и сделал все нормально. Ну как думаешь, через флешнику есть разница, кому что заказывал? Он не может быть через флешника, потому что он немного только сидит. Вот где-то это. Ну да, как царь. Это я, да.
Ты еще тогда ходил, да, вы тогда даже про фабрики эти обучки не убивали. Где, блядь? Меня даже в рейды, сука, не брали. Я говорю, можно в рейд пойти? Но меня в рейды Тёма не хотел брать. Ищу лизера. Короче, у меня на Ювове, когда я статик водил, вот я за месяц 60 раз в Гере убивал Лича, 60 раз в Гере убивал Халеона, плюс еще 60 раз убивал за месяц Лича в обычке, в 25-ке, и 60 раз за месяц убивал Халеона. Сколько у меня, блядь, в начале это там килов Лича, ты знаешь, ёбнешься. Да, ну там КД, там КД скидывалось, КД каждый день сбрасывалось, да. Ну и я все это рейлил, у меня там кукуха уже ехала от всех этих рейлов. Я как бы нарейлился. Не, ну самый-самый мой финал был, когда я такой уже все говорю, нет, хватит, надо с этой херней завязывать. Не хочу в больницу больше. Как думаешь, Саня? Когда на этих, на Легионе рейлил. А, чё? Как думаешь, усилки в стамину на армсе нормально? Я думаю, что пойдет. А я думаю, что у тебя так хп много? А ты стамину вставил? А мне только сегодня панкишь. А что у тебя хп столько много, блядь? У тебя усилки в что? Я открываю, блядь, нихуя себе в стамину, блядь. Вот ты, кстати, говоришь, я ЧСВшник. Ну, блин, да, может быть, я и ЧСВ, но... А я, блядь, шутку говорю, мне похуй. Ты... Нет, подожди. Я же даю свой ДПС, даю, правильно. Я выполняю тактики все идеально практически. Ну, бывают там. Иногда, но это человеческий фактор. Я перебью. У нас ливали всегда с гильдии, потому что говорили, что войд пидорас, нахуй. Это когда мы не закрывали, ну, там мало что закрывали, блядь. Теперь, когда мы закрываем, никто не говорит, что войд пидорас. Почему? В смысле? Я не говорю, потому что он обидится и мне мут даст, в принципе. Ну, объективно, да, тут хуй поспоришь. Вот видишь. Задум, блядь, вот это вообще, блядь, отдельная тема. Ну, задум загорел, мне кажется, с какой-то хуйней. Я не знаю, что у него было, блядь, но это не связано с игрой было. Что-то личное. Он что-то к войду, нахуй, блядь, из-за него какая-то. А чё, ну как, я даже не думаю, что? Я уверен, что это что-то личное, какие-то проблемы, блядь. Да это вот его тёлки клеил. Подожди, чё с задумом-то, я не помню. Да он что-то сгорел. Сгорел на прошлом трае Лича, ну, перед тем, как мы убили. А, отказался, ну, так он... Идти... Так он пьянищий был, здрасте, он пьянищий был, сидел. Вы его на Лича загнали, он... Всё. Он сидел, короче, музыку слушал, а потом, когда накосячил, на него пиздеть начали. Вот, и все. Странно, ну, почему блядь. На него пиздеть начали? Так он не хотел в рейд идти, его заставили. Камон, вот у меня час ночи, я сижу с вами в бесполезной десятке обычек. Вот она мне надо сказать. Ты наркоман, я вообще ничего про тебя сказать не могу. Чисто фановский рейд, я не знаю, нахуй лица пошли. Я не знаю, кто у нас будет Лича хилить, стоит ли вообще не выйти. Все хуйня, у меня с понедельника сессия начинается. Думаю, мы сейчас дальше будем играть, девчонка.
Ну, в обычке, в принципе, казуальный очень босс. Так вот в том-то и проблема, его не надо было брать бухим, ну здравствуй. Какая реакция у тебя у бухого? Вот в том-то и проблема, она и у меня горит, потому что ты начинаешь херню за это. И начинаются проблемы. Просто когда я херню по отношению к себе вижу или кому-то еще, может, вы заметили, я никогда не молчу, я всегда буду это высказывать. Если я считаю, не прав. Как бы у мастера там не мат, у него нахуй. Куда пошли назад? Да рылить это неблагодарное дело, здравствуйте. Сейчас я вам покажу тактику на Синдрагосу, это мой любимый босс. Ты знаешь, как непобедимый называется на английском слово? Invincible. Я когда первый раз, ну, вот в этой гильдии, в которой непобедимого отдали девочке, РЛ был, сейчас тебе скажу, то ли прибалт, то ли, короче, то ли, этот, то ли серб. По-моему, серб он был. Ну, короче, непонятный язык. Он когда очень сильно злился, он вообще, во-первых, ругался на своем языке, во-вторых, он говорил легендарную фразу. Your mom will be my invincible. Ну, то есть, это твоя мамка будет моим непобедимым. Это, блядь, стало мемом на нашей гильдии. Типа, твоя, блядь, была такая PvP-гильдия раньше на Офе. Your mom will be my epic mount. Типа, твоя мамка будет моим эпичным маунтом. Я рыбу хавал, а вы пульнули. Я вот свернулся, ел. Что вы делаете? Вы наркоман. Это, к слову, о ебанутых РЛах. Не знаю, я в гильдии, который был последний раз, блядь, там РЛ нахуй. Ну, один был нормальный РЛ, тоже матерился, все хуйня. Но второй РЛ, если ты, блядь, не дай бог, какое-то слово, блядь, скажешь во время, пиздать. Где так обхуесосит, в кейкрике будешь, увидишь, что ты... Мама не берет. Ну, назад, вставай. Вы чувствуете, как
Не, да, самое блядь. Забавное, это когда у тебя РЛ не русский. Я того рот имель, блядь, и т.д. и т.п. Вот это вот, что они любят говорить. Да ты выкинь, сколько лулзов. Лучше-ка я стопну по глыбам, блядь. О, стоп по глыбам, на. Чулан Стеринаски, что ты, блядь? ТБЛ бы сегодня забрал, вообще нормально было бы. Да нормально, 13 стаков, ну, самый раз. Не знаю, в обычке не надо просмотра. Десятки. Да мне кажется, и в Ере, если у тебя клык есть, он тебе нафиг не нужен тоже. А если ты не даун, хилы не даун, то он вообще просто шмот не нужен. Тут саппроты нахуй нигде не нужны, блядь. Я не знаю, нахуй эти саппроты придумали. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Та 4 лужи, нахуй, блядь. Слизняк бежит нахуй через лужу, блядь. Я не знаю, как его бить, блядь. Ты видел? Не, ну ты видел? О, стоп, по глыбам, да. А где, блядь, шар? О, справа, справа шар. Отец, отец, ну отец, да. Ты видел, видел. О! Да ну нахуй. Ну нахер. Слева, близко. Центр. Слева далеко. Близко. Да, согласен, ты упрямый, что прям пиздец. Налево, Волман.
глыбы, стоп. Команды, что ли? Так точно. Чопс, уйди, уйди. Уйдите назад, император бьет. Я вижу. Сейчас притяжка. Надо даже бить. Сейчас геру дам. Блять, надо глыбы, наверное, не бить. Да, вот я же поэтому и говорю, что стаки не успевают скидывать. Стоп по глыбам. Блять, вот. Разбей ты меня. О, чуть-чуть куда-то чувак далеко убежал, да? Нормально, тут до Берседи спойнил. Да, хилопман не вечный. Притяжка. Бля. Разбейте глыбу. Чопс, налево. Мани стоит. Я пока по мане стабильно стою, я еще даже сейвы не отдавал стоит. Да, собаки имны, мы. Вот приди постно. Нормально. Точно, тотем же да. Есть на мане. Давно не играл. Арнольд без фури как говно. Блядь. Блядь, царь. Больно будет. Хочу на себя хиль кинуть и не кидать. Царя хильди, блядь. Ауш. Тут до берсы 50 секунд. Нормально, разбейте и потом гол в босс помню. Давай он ли в босс. Настя. Много времени. О, я съебусь, короче, от вас. И резнусь, блядь. Я сдох. Оп. Надо фурика спекаться, а то усилки в стамина вообще пизда. Ну шо, Лича, вдвоем захилите? Нет, не захилю. Я точно не захилю. Я на рейд хилю. Я там... Я, блядь, без маны буду бегать на этом шамане. А, короче, вспомнил, нахуй. В катаклизме у нас был РЛ один, блядь. Релил у нас огненные просторы. Блядь, короче, на циркуле. Такой заходит, блядь. Мы один день, короче, ОП проэрэлили, вся хуйня. Потом пошел нахуй покурил, потому что был немного наркоманно. Второй день мы пошли нахуй в ДД, блядь, душа дракона. И это, блядь, приходит, короче, и ралит все то, что те же слова, которые он и ралил день назад, нахуй, в другом инсте, блядь. Тупо повторяет, блядь, все то же самое, нахуй. Какой ролич? В чем мораль?
Ой, а представь, как это на нашем серве, короче, ну, на другом, котором я играл. Там каждый день РТ, и там просто каждый день одно и то же говоришь. Может быть, поэтому у меня кукуха там поехала. Там просто, короче, тактика у людей просто в мозг, блядь, въедается этими словами. Вроде бы даже вместо слов уже музыка играет на РТ, просто челики музыку ставят в боте этом. А ну, вот мы, голос, мы лечало убивали под нейромонаха Феофана. Вот, мы тот же так фулгер это под музыку сносили, а голос в башке, блядь, играет от тактики. А, кстати, поставьте ГБ кто-то. Погнали, а мне, нахуй, короче, ебаный в рот. Погнали. Погнали, ебаный в рот. Пора ГБ распадать, да. А то скоро место будет, блядь, прикинь. Так, думаю, кто лича, кто шаркарей? Угадай, блядь. Что ты хочешь, что блядь, вопрос, от... тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что... Пиздец, у Турбо даже на паладине есть брюль, нахуй. Царь, блядь, не смотри его голову. Ты... Так, ща, погоди, Alt+F4 прожму. У тебя два приста и чулан есть, нахуй, император, так что, блядь, танк отдержи, на. Да будет так! Герои в атаку! Блядь, та хули палан, что там хилит? Это Турбо, а ты желтый джарман кидаешь на босса, да? А, да, потому что нет уж паладин. Че, Геро сейчас или потом? Давай сейчас. Нет, я вымирал, поэтому... Мы выдохли просто. Жума. Давай. Бля, как же он ДПС мал. Давайте еще 5 хилов спекнем, блядь. Ловушки перебежим. Я сейчас чуть не дернулся, я, кстати, шарпер. А почему шарпер ты сказал? Ну он пизданул, ловушка, перебегаем. Так он не шарпистул, он, блядь, император. Ой, блядь, я путаю что-то постоянно. Шарпер. Так, как мы говорим? Лол, блин, это один и тот же. Блять, ну что ты хочешь? Я спать уже хочу. Отъебись. Маны. А, какие же вы наркоманы. Скажи спасибо, что вам 15к выдаю, блять, и все. Нормально. Чума по рейду вроде ходит. Продиспелили уже. Там, завтра. Как я, блядь, волю Гер выбил нахуй на рогу. С пугами. Я не знаю, короче, кто, но кто-то сейчас корябу чуму диспыльнул. Ну, зад, он ее сразу диспыльнул. Давайте, вот видите, я как батюшка диспыльнул, и все хорошо всегда. Тебя, я вообще без задонов, да? А, сейчас, подожди, стой. Как делать? Оп, оп, не восприимщик стану, братан. А, он не успевает кастовать, сори, блять. Сори, да? Не, все, простого извини, мат. Угро.
Не успел, блядь, я думал, мы добьем раньше. Чё-то я уже начинаю подрасслабляться, нахуй. Раздавака начал сбивать косты, все, я уже не хочу сбивать косты. Кстати, вот ты уже сбивал. Смотри, когда идет в ДБМе отчет, мы через секунду или полторы кидаем каст? Каждый раз другие таймеры. Вот я тоже думал, мне сначала две считал, потом одна. Потом думал, может, блядь, у меня уже мозг завис, блядь. Там приблизительно то, что можно сориентироваться, когда он будет. Блять, это одна валькаса. Да, вой, две вальки. Нет. Нет. Под лича разли? По два. Можешь рост дадим здесь, нет? Сколько у вас там? Давай. Я врываюсь. Я въезжаю в стройку. Ты врываешься нахуй? Я роняю. Да он всегда же туда врывается. Конечно, меня, я так и знал. Сбивай. Пишу дальше. А чё тайминги какие-то вообще обоссанные? Мне 10 секунд назад показалось, что у вас первые не вальки. Какомания какой-то. Ага, сейчас вальки на краю, да? Я сам успею, да. Захуя туран. Чувак, мне есть это имя? А то я обосрался. Еще, блядь, чувак. Че ты так по мане садишься вообще? Я... Он не сбивает мне водный щит, чтобы я его, блядь, у него 15 секунд, Инер. Искривление. Кстати, тут Ваниша мой в уже не скидывается? А, хуй его знает. Должно, кстати. Как и это, только на Увове так было. Какой-то на цирке я это имя. Дренейским инвизом. Чем, блядь? Чем? Это эльф ночь. Рабочий сервер. Дренейский. На край, вальку не трогай. Осквернение сейчас. Осквернение сейчас будет. Осквернение. Дайте прожимку. Димон, твой второй дух. Блять. Во второго не сильно вливайтесь, потому что на пула нету. Тут турбы нету. И меня, и я в ШП. Все нормально. Ты, блядь, окрой. Ой, в ШП в тебе. Так я потому, что уход в тень прожимаю. Ты что, только что кто-то казнил, что ли? Император, голосуй за императора. Не-не-не-не-не-не, голосую за этого. Так одного берет, что за, блядь, геры будут. Че, а, сейчас на сферу наступишь, да, блядь? А ты можешь, кстати, взорвать сферу и на трону. Время сейчас в комнату упаду, на. Чё, вспомни. Предвкушаю... Кстати, сразу не сбирайте там сферу. Предвкушаю Берсун или Лич, я сейчас чекаю. О, Войд начал быстро лечам.
Так, мне нужен, блядь, Т4 круда. Под перчатки одеть. Они в обычке летят, я туда скажу. Бегу, короче, в кучку ухожу, быстрее взрывать, смотрю. Они что-то очень... Уже вторые вышли, блядь. Вернение. Дима, Дима. Как же коряво. Попробовали бы ванишем, либо косом скинуть проги, блядь. А ну, ванишем. Если он ставит, если он из инвиза таргет, это сбрасывается. Нужно так, чтобы, короче, понял, с комбата выйти. О, он вот так вот скинет. А если с комбата не выходит, пусть скинет. А так и должно быть. Всегда на таких раках должны кидаться, как глаз кормление. Ой, скормление нет. Ты понял, короче, что я имел в виду, да? Ты шо, блядь, шакал на рогов? Шо ты против рогов имеешь? А ну тихо там. Я? Да. Я, блин, я ж тебя люблю, тем имел, да? Да там были роги, блядь, тварь, говорит, не допустить, вот у нас тут вилли, говорит, топовые роги, там дамаги, на лямпере дамаги. Это в какой было? Был, блин, ну, в этих, Ancient Guard называлось. Так, пацаны, тут без маны в комнате, поэтому, блин. Ждите версу, наверное, если его добить не успею. Кстати, у нас это 2 ляма еще, по-моему. Не, 1.5 ляма. Волман, готовь на меня этот диван. Еду, а блядь, перса. Я его не успел, короче, добить, ни маны не хватит. Вингардиум Лебелёса. Диван, сука. Лохи сдохли, а я еще живой. Как нам повезло? Не понял, нахуй. Какого хуя мне шем, блядь, в левой руке, на? Пиздец. Мастер, добро пожаловать в клуб, а как это так? Присоединяйся ей. А я вообще с головой первого уровня бил. И причем я их один хуй передамаживал. Теперь поняли, почему мастер говорит, это целка сегодня багнула. Да не, у меня в левой руке, потому что у меня в этом в макросе, блядь, стоит шэм, нахуй, оно переключает в слот 17-й, блядь. И шэм, блядь, упал в левую руку, в правую руку воятельный. Я тоже не знаю, зачем я сюда пошел вообще, я мог бы там, не знаю, заниматься более важными делами, там, зайти на сайт большие эти волосатые задницы. Ебать, у вас всех не было доступа, на сколько чувак, блядь, лохи? Нет. Сколько? Ой, ну зад, импел рей, император, да? Не, ну вот от кого, Дима, от тебя я не ожидал. Думаю, у тебя закрыто. Че чулан лежит? Давайте чуланы изнасилуем пока. О, какой топорик красивый. Да, топорик пиздатый. Да, танковский, нахуй, за 700 гп. Ай, какие нахуй полироли у меня 2К голдыны? Все, короче, буду лоу-левелом кидать в трейд. Хорошо, они бомжи. Да.
Я, короче, себе на Мара РЦГ забрал и ходил, как всем этим барам в дверь показывал.